тебе жить надоело? Я не боюсь умирать. Очередные проблемы просто. Ну, ну он реально... А мы-то боимся, мы не собираемся умирать. Просто я не понимаю твое спокойствие. Я не знаю. А ты что, ствол? А, у него ствол, слышишь? Ты что ли меня искал? Ребят, всем привет. В общем, ситуация такая. С Новым годом вас. Бля, Макс, давай, пожалуйста, хоть немножко... Короче, мне звонил бородатый чел на Каене. Илюха, да? Наверное, короче, да. С которым была договоренность, что он не трогает Виолетту, а я помогаю ему... сука, плохо на улице. А я помогаю ему с Антоном. Я помог с Антоном, он не тронул Виолетту, сейчас он что-то позвонил, ну как сейчас, вчера получается, это как сейчас, только вчера. И сказал то, что надо встретиться, надо поговорить, и мы должны сейчас, собственно, встретиться и поговорить. А встречу назначил он там же, где Антона тогда они мудохли. И мы с Кириллом сейчас до тут доедем, поговорим. Я надеюсь, что не будет никакого негатива, в целом-то он вроде нормальный чел, и у нас негатива друг между другом никакого. Короче, погнали. Вот. Короче, перед началом подпишитесь на канал, поставьте лайк. Вы видите, состояние Макса, оно практически не меняется. Слава богу, что сегодня он не херачил. Это со вчерашнего дня, как говорят, старые дрожжи у него остались. Не знаю, что там толком было, потому что я отсутствовал, но надеюсь, все будет нормально. Ты что, садись, что ты стоишь? Ребят, в общем, решил снова зайти поиграть в Hustle, и смотрите, что мне выдает. Сервер полон, то есть сейчас все кинулись играть, и знаете, с чем это связано вообще? Я вам сейчас объясню. Короче, помимо того, что сейчас каникулы, и все просто кинулись сейчас реально рубиться на Hustle, на Радмире, также вышла новая новогодняя обнова, но и на этом не все. Помимо этого, сейчас идет очень крупный розыгрыш на 150 призов. И самый главный приз среди этих 150 призов – это Гелендваген, который как раз-таки Паша Пел разыгрывает совместно с администрацией. И вы также можете принять участие в этом розыгрыше и получить его. Я думаю, именно с этим и связано, что сейчас такой поток, плюс сейчас уже начали отходить от праздников, и поэтому сейчас просто я не могу реально из-за этого зайти поиграть. Для тех, кто заинтересован в этом розыгрыше, по ссылке в описании, помимо того, что там ссылка на игру, а также на комп, на телефон и так далее, будет ссылка на сам розыгрыш. Поэтому залетайте по ней и принимайте участие. Также все подробности касаемо всех остальных призов и как вообще принять участие, все там можете посмотреть. Я так понимаю, сегодня уже точно не поиграю, соединение потеряно, все. И смотрите, я думаю, сейчас, возможно, даже в беседе ребята тоже обсуждают это все. У нас в беседе 4427 участников, и мы общаемся строго по игре. Вы также можете принять участие в нашей беседе, залетайте обязательно в нее. Мы общаемся строго по 16-му серваку, строго по игре. Поэтому, если ты не играешь на 16-м серваке, то советую туда залететь, потому что в самой игре я общаюсь со всеми своими подписчиками, кто только меня встретит в игре. Также принимаю всех адекватных в банду, поэтому залетай, там с тобой пообщаемся. Это реально у нас есть уникальная возможность пообщаться с теми подписчиками, с кем я не могу пообщаться в реальной жизни, либо же не могу просто пообщаться там по телефону. Поэтому все ссылки в описании, обязательно вводите мой промокод Ващенко, он перед вами на экране, по нему получите бонусы, если вы только-только скачиваете эту игру. Ну а для тех, кто не понимает, игра абсолютно бесплатная, и там просто симулятор реальной жизни. Вы можете стать кем захотите, можете вступить ко мне в банду и стать лицом группировки, можете стать полицейским, можете начинать с грузчика и так далее, и прийти до президента. Короче, нет ничего там невозможного, поэтому залетайте и присоединяйтесь. Вот сюда вроде. Сюда? По-моему, да. Сейчас просто точно скажу. Не было. Сейчас я точно скажу, что дальний-то там. Да не гони, стой! Да не гони, что ли ты! Нет, это не тот поворот, дурак. Не, вообще не тот. Ты не туда приехал. Ты можешь немножко сосредоточиться хотя бы? Да я не помню. Так я знал, где он. Видишь, что машины нет, значит не дам. А может он не приехал, и это тот поворот? Нет, тогда не было вот этого тупика, потому что они там... Тупик Антон... это ты уже как целый месяц. Они же Антона пиздили, я помню.
там не был тупика. Вот сюда. Да, по-моему, сюда. Сюда это уже какой поворот, Макс? Да, точно сюда. Да, 100%. Что, он агрессивный, нет, как думаешь? Или вы нормально почему там все? Почему быть агрессивным? Мы не конфликтовали с ним, это Антон, но проблемы с ним. У меня последняя встреча с ним не очень хорошая была. Почему? Больница. Ты с ним встречаешься? Ой. Да понял. О, привет. День добрый. Привет. Как самочувствие? Отлично. Отлично, блин. Да я не тебя спрашивал. Так, давай сразу к делу. Че? Че-то, если ты позвонил, значит, что-то произошло, значит, что-то надо. Короче, давай не будем разглагольствоваться. Смотри, короче, мы когда его просто поймали, вот. Ты сейчас про Антона, так понимаю, да? Да. Он про Антона, Кирилл. Короче, нам надо найти его. Нормально поймали его, да? Да. Ну, там же... Слушай, у меня, короче, человек в реанимации. Чего? Вы ж... Он же тут даже никого, даже пальцем не успел тронуть. Короче, пойдем посмотрим. Он же даже пальцем там никого, его просто загасили толпой. Куда смотреть? Вот лобачек, видишь? А что с ним? А почему он разбитый? Он что-то кинул? Дали ему лекарство. Выпил его. Потому что он совсем был плох. Оказывается, какое-то лекарство было вообще другое. В смысле? То есть... Вообще не видно, да, что оно разбито, да? Лекарство при нем было? Или... Что за лекарство вообще? Ну, я так понимаю, что ему... Паутинка. Страдало? Чё? Не бутылёк случайно? Да, бутылёк был. Лекарство? Откуда мы могли взять? Не знаю. А он чё? Стоп, он в машине прям выпил или чё? Мы привезли, начали когда ехать, он говорит, поплохело ему, типа, и они дали ему... Он совсем плохо стал, да. Да он, сука, симулировал. Хотели с ним разобраться по-нормальному, а видишь, как получилось. Ну, получилось не очень хорошо, так, а что произошло, что с Лобачом, объясни. Я не понял, почему в реанимации кто-то. Но он сзади на нас напал. Ты же говоришь, ему вообще плохо было. Ну, вот какая-то бутылочка вот эта, ну, вот, я не знаю. Ну, бутылочку. У меня сейчас тоже, Кирилл, бутылочку, мне тоже лучше стало. Макс, давай эту, успокойся. Сейчас прям хорошо. То есть, сейчас еще раз воспроизводим события. Вы его очень хорошо помяли. Посадили в тачку, да? Повезли, он, да, выпил. Правильно. Сколько у вас человек было? Ну, в машине их сколько? Твое у вас в машине было или трое? Трое был. Одного он выкинул, а второго в лобач ударил. Ну, теперь он, я обниматься человек. Откуда у него лекарство? Вы нашли его. А я не знаю, я его сюда заманил под предлогом, что ему это лекарство нужно. Поэтому я вообще ничего не понимаю. А ты слышал, что Илюха сказал, что походу сестра его дала? Да. Кому она дала? А стой, подожди, а когда ты ее привел, где бутылка была? Да не было вообще бутылки. Не было, не было этого бутылки. Я просто сделал вброс, но бутылки никакой не было. Что-то я вообще тогда не понимаю. Откуда у него бутылка взялась? Не знаю, наверное, ты ему... У меня не было, зачем я буду ему давать? Ты что, ты на меня? Я наоборот вам... Макс, очнись, слушай, сейчас же не осталось этого лекарства. Откуда он мог достать? Откуда Виолетта могла достать? Остатки... Да Виолетта не могла ничего достать, у нее не было ничего. Она 100% ничего не знала. А где сейчас Антон, получается? Ну вот, найдите мне его. Опять что? А, он... Я думал, он вас раскидал, вы его снова переломали. Или как? Нет. А где? Сбежал? Да. А где мы возьмем-то теперь? Я не знаю. Слушай, каким образом? Стараться. Уже не получится вот так же у себя. Макс, ну он, значит, получается, разгуливает где-то. Ты срать не вообще разгуливает. Короче, сейчас диалога не особо у нас получается, из-за того, что он, у него сейчас моральные, скажем так, проблемы. А к нам какая просьба, я не пойму. Что нам-то надо делать? Нам надо, чтобы он нашел его снова. Давай через Рыжуху. Зачем? Да хватит уже дергать Рыжуху, дергали уже, задергали. Не, давай, короче, через Рыжуху этот вопрос решил. Слушай, у нас была договоренность. Мы тебе помогаем с ним. А ну это же ваш косяк, что вы упустили, да, по сути. Мы выполнили часть условия свою. То есть, все, отстаньте от Рыжухи. Не, ребят, давай, короче, по-нормальному. Решим вопрос. Да что значит по-нормальному? Мы и решили-то по-нормальному. То есть, в чем вообще к нам претензии? То есть, мы что-то не выполнили, что-то не так сделали. Макс. Или что, мы бесконечно будем с этим Антоном дрочиться? Слушай, но нам, по сути же, надо найти Антона. Нам же не надо привозить его. Вам лучше его найти. Да, мы просто можем найти. Давай адрес дадим, пусть идут домой стучаться. Ты думаешь, он на адресе? Он что, дурак, что ли? Он хитрее всех нас, вместе нас взятых, на самом деле. Я не думаю, что он будет то шугаться и бояться. Я не знаю, что в голове. Нет, давай искать, короче, его.
Это в ваших интересах. Знаешь, почему? А потому что он неадекватный. Он за то, что ты его подставил. Он вроде он не с тобой знает, разберется. Что я его подставил. Да. Он же думал. Слушай, сейчас. Хотя рыжая могла ему сказать. Слушай, может, реально? По содействию просто найдем, если Антона. А как найдем, я предлагаю, может, с Виолеттой встретиться. Она по-любому может знать. Он как она чёрт. Сейчас не захочет даже со мной разговаривать. Она с тобой не захочет. У меня с ней ситуации не было. Может, я попробую. Так ты такой же, как и я. О, у тебя волос красный на голове. Да, давай посерьезнее, Макс. Да я серьезен, как никогда. Но она не захочет, а говорит, ты же все равно мы из одного окружения. Антону добра не желаем, она это знает. Так, ладно, чем делаем? Давай чё? Согласимся. Давай там, согласимся. Это... Нам время нужно, чтобы он эти прямо сейчас из бухты барахта ниоткуда не выстрелим, правильно? Короче, день тебе на поиски. День, давай хотя бы неделю. Вот. Не, давай день. А что потом? Ну потом тебя уже не волнует. А что, ты мне угрожаешь или что? Да ладно, все, Макс, давай не будем. Я просто... Короче, будем искать сейчас по своим местам, по своим связям. С Антоном-то мы уже давно знакомы. Вот. Надеюсь, больше никаких нам ничего не будет. Мы находим координаты, скажем так, Антона, даем тебе информацию и расходимся, правильно? Наверное. Погнали, просто... мы тогда поехали, если ты день нам даешь. Давай, все, жду. Слушай, мне вот этот человек нужен. Я просто давно какой не был. Да мы что, ищейки, да. Что ли? Того найди, этого найди, блин. Найдешь. Надо будет, найдешь. Так мне не надо в этом и дело. Мне вообще короче, нахуй ребят, смотри, это не вот упало. Этот, короче, мужик. Зовут Сергей. Макс? Я уже в Пензе давно не был. Я с Ростова только приехал недавно. Мне вот надо узнать, где он. А, зачем? Или опять не наше дело? Не ваше дело. А почему наше дело, когда я просто вообще не понимаю? Может, да, тебе странно. Вообще ничем не обязано. Не в долгом перед тобой, ничего. Почему? Ну, слушай, когда он будет с тобой разбираться. Просто ты понимаешь, Пенза это не деревня с 10 человек. Ты так вот приехал, откуда 15, ты говоришь? Как... Слушай, да. В Ростове все просто делается. Раз, два, все нашлось. Почему у вас здесь до сих пор так все происходит? Ладно, я не понимаю. Не обещаем. Все, мы на связи тогда. Накаркал-то? Мы же говорим, нормально общались. А что он загружает нас какими-то заданиями? Я вообще не понял. Понимаю, ни хера. Это в чем прикол? Наш интерес найти Антона, иначе он знает, что его подставил. Да, блядь, да насрать, что пират? Вот кому-то что-то быть должно. Мы вообще ничего не должны, считай просто. Зачем ему бородач? У него конфликты, возможно, какие-то. Не знаю, давай бородача просто спросим. Короче, позвонить решил я, а не Макс. Тебе что, глаза косятся до сих пор? Почему? Тебе, может, похмелиться надо? Да, а, вон она. Аккуратно, машина. Да без тебя разберусь. Привет. Явились, не запомнились. Ну что, я пришел к тебе, не Макс. Макс мне сказал, что у вас конфликт какой-то. Мне-то с тобой вроде не... Ты разговаривай сам с ней. Не ругались? Слушай, Виолет, мы бы хотели узнать про Антона у тебя. А чем о нем узнавать? Его украли, все. Ну давай честно, Виолет, он связывается с тобой всегда, он тебе все рассказывает. В данный момент я не знаю, где он. Ты в курсе, что он сбежал по-любому? Я не в курсе, что он сбежал. Он сбежал? А, подорочку кость. Как обычно. Ты серьезно? И там еще. И так искренне, прям так искренне. Виолет. Видно, что ни хрена. Слушай, там еще информация пробежала, что ты, вероятно, ему некий пузырек с лекарством передавала. Это так? Я не передавала ему ничего. Виолет, ты понимаешь, мне ты можешь помочь сейчас не только нам, а многим людям, которые могут. С какого хрена я должна вам помогать? А как он вообще поживает? Нормально же у меня все. Ты еще. Пьяный, что ли? Да, он пьяный. Да какая разница, какой он? Виолет, слушай, давай. Не, ну как, блядь, ты наводящие вопросы. Ты что мешаешь мне моим дедуктивным способом узнавать местонахождение нашего подозреваемого? У меня экран замерз на камере. Иди проспись. Ну да, ты что такая счастливая? Ну да, да, вот я про это говорю. Новый год, ребята! Такой хороший! Хоть он пьяный, но он сейчас по делу сказал своим дедуктивным методом. Ты не выглядишь как человек, который потерял брата, которого похитили, неизвестно, что сделали. Никого не потерял, где-то он тут дома у тебя сидит. Пожалуйста, скажи нам,
Рассказывай, где Антон. Рассказывай, где Антон, тебе говорю, хорошему Гермиону. Я знаю, где он. Все она знает. Ну, я врача говорил, ты ничего сейчас о ней не узнаешь. Ну, попыткни. 4 января, я спать хочу. Я домой. Она ничего сейчас не расскажет, понимаешь? Вилет, пожалуйста, последний раз мы тебя просим, просто скажи, где... Ну, тебе же проблемы будут, дурочка. Какие проблемы? Те люди хотели... Так, короче, я так понимаю, нам вообще ничего не скажут. Мы просто уже 5 минут на морозе стоим, и это веселится... Этому вообще... Да чё толк? Я сейчас сказал, что это бестолк. Да лучше у бардача узнаем насчет этого просто. Ну хоть так. Может бардача попросить? Он же вынюхивает. Чё-нибудь взамен, он, конечно... Давай не при ней. Она нам зачем для этих разговоров? Лишние ушки пока стоят. Пока, мальчики! Просто это максимально странно, то что да, она очень счастлива. Да, с ней сейчас проще. Если сначала доедем до бардача, у нас есть время. Я знаю его угрозу, он угрожать не мне. То, что вот все эти угрозы, что он сказал, сутки дает. Скорее всего, проблемы будут у нее. Она этого не понимает. Поэтому давай сейчас решим с бардачом. Потом, я так думаю, за ней просто надо аккуратненько приглядеть. Подержи. Она же не знает машину, правильно? Ну да. Или мы при ней сели в нее? Получается, мы стояли около машины, ты ковырял. Ну, и может чужую машину ковырял, какая разница. Но, в любом случае, машина неприметная, никто ее не знает, даже подписчик. Серег, слушай, такая ситуация, короче, тебя ищет человечек, явно бандосик. Нам бы с тобой встретиться сейчас в ближайшее время, обсудить. Он показал твою фотку, короче, и попросил найти тебя. Ну, мы сделали вид, что мы вообще не знакомы, он не знает, что... У тебя что, будет время, вот прям в ближайшее, мы сейчас в Арбеково, готового выехать, поболтать по этой теме? Ну, давай куда-нибудь в район Западной Поляны подъезжайте. Ты через сколько сможешь встретиться? Поехали, встретить? Чё? Ну, минут через 15-20. Ну, нам ехать как раз минут 20-25. Ну, всё, давайте, 20-30 минут я буду там. Всё. Все, Серег, давай, добро. Ну все, сейчас с ним, короче, решим. Ему главное просто предупредим, а потом проследим за ней. Ну и да. И она прямом кто-нибудь приведет. А он и не знает, что мы за ним. Никто не знает. Ну, кстати, есть плюс незаметная машина. Мы тебя. Короче, тип хотим есть, предупредить. Я не знаю, у меня ни фотографии, ничего нету. Бородатый такой, 2-0. Бедный, борода 2-0. Бандос крупненький. Я такой. Я определил, бля, что бандос. Ну, у нас с ним конфликты определенные были, там понятно уже и так, и по действиям, и так далее. Вот. Тебя показал хочет. Твою фотку, вот. Говорят, найдите мне. Мы вот не там, сказали, типа... что мы тебя знаем. Да, решили предупредить. А что значит найдите? Просто, он не местный, он сам откуда там зарастал. Не, ну найдите как, за Ростов, блядь, и Ростов, что надо? Адрес, но... в багажнике меня тебя... надо привезти, хрен, блядь. Какие-то что, данные рад... касаемо тебя, я так а понял. А у вас что, его да? номер есть? Ну, есть. Проще мне не звонить, наверное. Писать встречу, можно. На... Да. Встречу, мне кажется, назначить я могу. Ну, то есть у вас есть его контакты? Есть. Ну, конечно, он к нам сегодня подходил, конечно. И а он показал фото. Да я тебя. Не знаю. Тебя, наверное. У нас может, вообще там другие какие-то там дела, он... Просто попросил Макс найти человека. Макс правильно говорит, что он не из Пензы, он с Ростова вроде, но номера-то пензенские у него сейчас, значит, в Пензе сейчас живет какое-то время. Может, где-то на раскопках ты у тебя конфликт с ним был, может, еще что-то, может, вообще связано может, с оружием. Может, заказ какой-то. Помнишь, когда ты занимался во времена Рената? Чё? А куда? Сюда прям? Ну, давай назначим место. Ну, давай. Гаражи он куда-нибудь ко мне. Там адрес есть. Не опасно. Давай мы сейчас тебе дадим, поедем, наверное, сами туда. А что же делать? А что надо? А что вы, бля, подстрахуете? Че, бля, сейчас они приедут, там целый толпой. Надо биту, что ли, хотя бы какую-то. Биту забить, что ли, вы хуй. А что ты будешь, на словах? Я его снежками, блядь, закидаю. Да, Серег, я могу. Вы что начали? Я могу снежками, да? Да, мы сейчас он с Максом. Я блядь, могу снеговика слепить и спрятаться. У тебя есть что выпить? Мы сейчас не с тобой, надо про алкоголь, ты разобьем сейчас не с тобой пуска, всех победим. Он не пускай, а он можно... Он в гараже сказал, крова. Я сейчас, говорит, блядь, я бы сейчас всех победил. Я сейчас тоже сто грамм и всех победил. Можно. Да ладно, нормально. Напиши там адрес, ты все-таки местный. А у тебя в гараже есть что? У тебя в гараже сейчас залежался? Да нет, в гараже у меня нет ничего. Ну вот. С вами, конечно, не сваришь, конечно, своими делами.
Такой себе. Что, скидываю ему? Ну да, скидывай, что. Все. Напиши ему просто, что все, нашли человечка, то что он там. Ну, как будто мы пиздец деловые крутые, чтоб он думал. Деловые, пиздец деловые крутые, я всегда, блядь. Я не знаю. Сомневался у вас никогда, блядь. Видишь, на место на собаке все заживает. 20 минут будет, сказал. Да. Что так быстро-то? Не ну, знаю, погнали туда, далеко, что ли? Погнали. Че, мы на своей карете, ты на своей давай. Да. А что такое спокойный-то? Реально. А что мне надо делать? Не знаю, тебя, блядь, на тебя какие-то типы вышли. Ну и похуй. Ну похуй, тебе жить не надоело? Я не боюсь умирать. Очередные проблемы просто. Ну он реально А мы-то боимся, мы не собираемся умирать. Ну, значит, не будем. Давай, может, да хороший ли чё-то, может, битые реально есть хотя бы. Станешь ребят, сейчас. А давай просто порешаем. Переедем и все. Да. Вон там у тебя есть какие-то ключи. Да хороший ли, сейчас все будет нормально. Просто я не понимаю твое спокойствие. Ага, вон он. Опа. Да. Что это за хуй вообще, блядь? Я не знаю. А ты что, ствол? А, у него ствол, слышишь? Главное, нас не попадет. Макс, а ты что такой спокойный-то? Я не спокойный. Я ссать хочу. Просто бухой, блядь. Давай только это. Осторожнее. Он тоже, возможно, главный. Ты что ли меня искал? Братан! Да ничего, пулемет! Я рад тебя видеть! Столько лет так земледить там! Что вообще происходит, блядь? Я не знаю. Тысячу лет. Ничего себе, ты зачем игрушку достал? Куда-то они приехали, говорит, какой серьезный чел, говорит, сейчас тебя нахлобучат там, блядь. Да ну нет, ты че, ты че? А в чем прикол? Я что-то я не понял. Да хуя. Че, где они тебе дорогу перешли? Давай. Так, Серег, погоди, объясни, в чем прикол? Это служивец мой. Ты же с Ростова вообще. Ну, вместе с Ростовом служили. Вместе служили. Блять, Бартос, говорит, тебя сейчас тут не мог сказать, что их человек. Да зачем такая разница? В смысле разница? Думаю, там, не знаю, какие-то проблемы. Сказал, что просто знаком по-другому как-то. Вообще, блядь. Мы тебе хотели помочь, наоборот, хоть спасти. Так я не понял, что... Он маленький, просто мы знакомы с ним, получается. Погоди, перестрелки не будет в итоге? Как там наш, кого-нибудь? Саня, командир, что, наш живой, нет? Бля, нормально сюда. Нормально. Я сам так приехал, вот недавно. А еще кого-нибудь наших видел, нет? Нет, больше никого не видел. Никого не видел. Че, где, как? Нет, вообще без понятия. Понял, мы будем надеяться, что все пацаны ну живые, да. Бля. Я все рад тебя видеть, брат. Как, братан. Тысячу слушай, лет. Ну что, давай, может, это, встретимся как-нибудь, посидим, поговорим. Давай, давай. Субботу, да, субботу. Субботу свободен? Давай. Вообще, вообще ништяк. Вообще. Как раз я сейчас тебя тоже я сейчас лишним себя чувствую. Вот. Телефон продиктуешь? Да, давай. Херня какая-то, я реально думал. А что, тебя это расстроило или что, я не понимаю? Да ну я не знаю. Ты хотел экшена? Да ну не то, что страдал, что пострелили. Ну... В любом случае, ну слушай, если это его кореш, ну, если да, его сослуживец, да, может, это и к лучшему для нас. Давай, все, брат, давай. 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 Что там по поводу Антона? Бля, весь в да. процессе, все. День, все еще, не... Процесс, да, день еще не закончился, солнце еще не зашло. Мы... Ну видишь, мы в любом случае помогли тебе сослуживцу. Короче, у вас день, пацаны, я же вам сказал, все. Че, сейчас я их нахлобучу, что все будет нормально, будет тебя. Ой, ну, началось, да, вот это вот. Пойдем, ну, да. Пойдем, че, пойдем, расскажете. Все, давай, брат, да, брат сейчас давай. Я тут с ним порешаю. Че, надо двигать дальше. Да, да двигать дальше. Че за Антон? Кого он там? Да Серег, мы сами разберемся. История. Это твоя прерогатива постоянно на нас дергать. Да, там вот. В смысле сложного. Вас дергать, блядь? Ну, то одно помочь, то другое ну, да, помочь. Да, мы же замучились, на тебя вытаскивают всякую говна уже. Ну, вроде ты серьезный, как бы, дядька, а помогают тебе блогеры, да. Хотя мы, как бы... Ну... Вы чё, блядь?
Да ладно, нет, как его, сами, если что, обратимся. Что, получается, как вот этот кореш твой, ему можно доверять вообще? Да, можно, на 100%. Ну, ты если что, замолвишь там за нас словечко, потому что перед ним, у нас непонятное с ним отношение. Ничего непонятно, он нам ничего не сделает. Мы с ним ничего не ругались. У него конфликт с другим человеком, а мы знаем, как найти этого человека. Мы как посредники, получается. Ну, и найдите вы ему чувака, что. Мы нашли, он проебал уже. Ему лобач, он разбил и расшатал их там всех. Он снова его ищет. И опять к нам. И мы вот так в кошке-мышке, Том и Джерри, блядь, бегаем за этим Антоном. Ну, понял. Мы... Давайте там, решайте вопрос. Да что, это если решим. Если ему надо чувака, значит, он его найдет. А если не найдет, он вас подтянет. Уже теперь, блядь, да, однозначно. Все найдем, все, да, разберемся. Так, ладно, Серег, давай, мы, чтобы время давай не теряли, сам проблемы все слушал. Проблемы будут, номер удали. Ну, поехали. Не обращай внимания, он пьяный. Пригнись, ты чего? Она не видит нас. Пригнись. Юда, не пались ты так! Она встала! Тихо, 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 тихо! Она встала! Она возвращается! Сейчас, прыгнись, прыгнись, прыгнись! Прыгнись, прыгнись, прыгнись! Урологи хреновы, вы какого черта здесь блять делаете? Кира, нас спалили. Нас спалили. Как будто вас вообще не видно. А куда блять идешь? Куда путь такой мороз? Делам. Да? Я вообще, у меня делам есть свои дела, у меня пошли тут вместе институт рядом. Пошли вместе по делам сходим. Хули нет-то, да? С тобой пьяным я вообще никуда не хочу ходить. Ты такой трезвый на улице, я себя нормально чувствую. Ага, конечно. Да, на морозе, кстати, ты получше. Мы знаем, куда ты идешь. Вы не знаете, куда я иду. Я что, дура, что ли, совсем, чтобы вас везти туда, где Антон? Я не больная. Ну, тем более я знаю, сколько вы меня раз подставляли. Короче. Короче, дело к ночи, пиздите домой, оба. Как скажешь. Как скажешь. Все, мы уходим, уходим. Сейчас она дальше дойдет. А как она спалила-то? Да, я откуда знаю. Да все, все, можешь идти. Че, я предлагаю все-таки просто в наглую за ней идти. Сука, камера села от мороза. Слушай, в любом случае она куда-то может быть должна. Не просто она здесь так. Да, если конечно. Ну, она сейчас может нас просто около водить. Она же теперь понимает, что мы за ней. Почему она не понимает, что это для нее все лучше делает? Сука. О, черт. Это Илья. Ребят, как вы поняли, это черная машина, это Илюха, который приехал как раз-таки по душу Виолетты. Она не захотела с нами разговаривать, поэтому он, видимо, не выдержал. Что было дальше, можете смотреть в моем телеграм-канале. Продолжение ролика полноценное прямо сейчас загружено уже туда, если я не забыл. Я надеюсь, что я не забыл, а поставил уведомление. Поэтому залетайте и смотрите, что было дальше с Виолеттой, наш диалог, если это можно так назвать, с Илюхой. Но скажу так, хорошего ничего из этого не вышло. Слушай, ссылка, надо валить отсюда. Ссылка в описании, самая первая строчка, продолжение, залетайте. Сейчас смотрите, к нам вопросы могут быть. Все, валим отсюда.